стать, когда вырастешь? Художницей. Изобретателем. И что бы ты хотела изобрести? Телевизор. Но ведь телевизор уже существует. Самолет новый. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Фотографом. Футболистом. Пожарным. Почему? Потому что он тушит пожары и спасает людей. Доктором. А знаешь, сколько учиться на доктора-то? Нет. 9 лет, представляешь? Готова к такому? Да. Визажистом. Военным. Сварщиком. А если бы стал президентом на денек, то что бы ты изменил? Ну, название машин. А еще? Города. Я бы сломал весь город. Зачем? Просто. Просто так? Для веселья? Да. А где же будут жить люди, если ты сломаешь город? Не знаю, в другом городе. Ну что не так с названием Москва, например? Почему хочешь поменять? Потому что Москва мне как-то не нравится название. Если президентом бы стал, что бы ты изменил в стране? Я бы оставил все как было. Главное, чтобы ничего такого не случалось. Сделала сады много, сделала дома много. Я бы еще помог бедным совсем построить им такой дом, который там они будут жить. Чтобы давали больше зарплату. А еще? Чтобы пенсионерам было много денег. Появились новые аттракционы. Это важно? Да. Мир стал лучше, добрее. Школу уроки бы сократила. Не знаю, по-моему, все так, как должно быть. Что бы ты хотела пожелать первоклассников? Ну, сегодня праздник «Дети – наше будущее». Чтобы они не болели никогда. Чтобы все хорошо было. Я желаю им хороших оценок, чтобы они хорошо учились. Хочу, чтобы они в будущем стали тем, кем они хотели. Чтобы они чтобы они школу закончили на золото и пошли в институт, и у них в жизни все было бы замечательно.